Доброе утро всем, дорогие друзья. Посмотрите, какая у нас замечательная погода на улице. И тепло. На солнце плюс 20, но вот так окно открыто у нас. И, в принципе, не холодно. Так, я поставила чайник. И сейчас хочу промыть вот такая у нас крупа. Пшенная каша с этим будет. Налила сюда литр молока. Немного воды добавила. Сейчас поставим на плиту. Крупу сейчас промою и буду варить. 20-25 минут нужно варить такую кашу, пока народ собирается у меня. Привет, Мишутка. Тимоша, привет. Привет, маленький. Привет, мохнатый. Народ спрашивал, почему вы ласкаете Тимошу ногами? Он что, недостоин ваших рук? Он сам ласкается у нас об ноги, как видите. Нет, ему нравится чесаться об ноги. Чесаться, да, да. Иногда даже ботинки чешутся. Иди, Мишутка, одевайся, умывайся. И в тапки папе залезает. Папки тапкины любимые, уже порвал ему тапки. В общем, это он сам ласкается об нас. Ладно, буду варить кашу сейчас. Промыть надо крупу. Всем доброе утро. Доброе утро. Алексей. Ольга? Поменьше варенья клади. Я все пока говорят, не положил. Все говорят, я тебе претензии предъявляю. Олег, даст ложечку? Большое, вот длинное такое. У меня к тебе претензия. Спасибо. Меньше варенья клади. Так, ладно. Не будем больше... Самое главное, я тебе хочу сказать в этой претензии, что не то, что меньше клади, а то, что клади. Там. А какао не хотел свой допить? Чуть-чуть осталось. Ладно, не будем, как это сказать, акцентировать внимание на этих полухейтерах. А все равно уже в бане. Поэтому... В бане. В бане. Парятся, ага. Поэтому, да, Алексей, у меня к тебе претензия меньше. Ну. Хорошо, нормально. Сейчас появятся новые хейтеры, которые скажут: Алексей, как можно лизать общую банку? Я тоже тебе всегда об этом говорю. Вот, я твой полухейтер. Пойдешь в баню? Отправь. А я бы пошел, попарился в баню. Закрой этот, пожалуйста. Так, что у нас на завтрак? У нас на завтрак норвежская колбаска, peanut butter норвежская. Почему? Как, Олег, правильно? Да, Пионат. Сыр российский и пшенная каша. Почему я варила до этого всегда манную? Чтобы манку закончить быстрее, чтобы она не отсырела. Так, не вот, сегодня... Да, хватит, Олег, спасибо. Сегодня пшенная каша, и я еще перемолола семена льна, положила, видите, вкрапления вот эти вы можете наблюдать. И решила первый раз в жизни положить в кашу корицу. Как вам? Вкусно. Да, что-то такое есть в этом запахе. Вот. Народ заценил, понравилось. В общем, вот такая кашка получилась. На самом деле она была намного гуще. Я ее разбавляла водой потом. И вот такой консистенции в итоге сделала. Вот. Так, Олег пьет чай. Мне кофе налил с молоком. Спасибо. Присаживайся тоже. Олег, Миш, какао будет? Миша, какао, да. Тогда за молоком надо идти. Все, нам приятного аппетита. Все, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Хорошего дня и отличного настроения. Оставь, убегает от тебя кот. Все, до свидания. Отпусти кота. Нет. Ладно, отпущу, но попозже. Жарю быстренько детям омлет, потому что совершенно не успеваю приготовить обед. Чищу, окунул их в кипятке уже помидорку, вот так быстренько
легко счищаю кожурку, чтобы было приятнее кушать. Сейчас накрошу кубиками, тоже прожарю вместе с луком. И вот здесь уже разбила яйца, залила этим молочком, посолила. Сейчас приготовлю омлет. Не успеваю приготовить обед, ну и даже и не начинала, потому что снимаю видео. Вернее, больше, чем на час уже сняла видео. Алексей пошел в машине колеса поменять, а я сняла видео и сейчас села монтировать его. Поэтому совершенно не до готовки. Сегодня что-то какой-то сумбурный день получается. В общем, ребята мои все побежали с папой колеса менять. Я их жду. Время уже без 23. В 3 часа Мише с Олегом надо выходить. У Миши тренировку, потому что в 3:30. Вот. И мне их надо еще до этого времени быстренько покормить. Поэтому с минуты на минуту жду, что придут дети, и жарю им омлет с рисом. Вот такой обед сегодня у них будет. Мы с папой тут меняем колеса. У нас стояла зимняя резина, а сейчас мы меняем на летнюю. Мы же сколько поменяли колес? Все поменяли, не хватало гаек вот на этом. А. Они у меня лежали в этом, оказывается, в багажнике. Я просто искал их, думал, что я их куда-то дел. Сейчас нашлись. Все, все колеса поменены, все колеса стоят летние. Гайки на этом колесе поменять. Ага. Сейчас мы их по одному перекинем. У нас разные гайки стоят на зимних и на летних колесах. Папа нас тут пылесосит машину. Она у нас вся в пыли, вся в грязи. Вот по поровке в машине пачкает, ставит ноги на поровке. А может Мише бустер оставить один? Не знаю. Вот так оставить ему? Отсюда не видно, нет. Так, сейчас мы будем устанавливать фильтра.
Это фильтр очистки воздуха, да? Фильтр салонный, чтобы кондиционер свежий воздух гнал. И сейчас мы их установим и уже поедем домой, да? Да-да. Так, я пока трубу. Давай. Вот который стоял, вот он черный. А это который новый сейчас будем ставить. Из только из магазина. Это вот он меньше, чем за год набросало, потому что я меняю где-то раз в полгода фильтр салона. Он должен был залететь к нам в салон. Ой. Там все равно ничего не видно, что ты мучаешься. Так, оказывается, как я понял, есть еще один фильтр. Да-да. Который находится уже в моторе. В капоте автомобиля. Он в меру грязный такой. Как будто не надо менять его. Угу. Хотя здесь он черный абсолютно. Здесь он абсолютно черный. Давай, сынок. Такой. Для сравнения, вот. Ставим его на место. Он очень часто, когда меняешь масло, то предлагают еще поменять воздушный фильтр там за 100 рублей, да, сколько? Вот две защелки у нас всего лишь. Я думаю, что 100 рублей этого не стоит. Две защелки отщелкнуть, поставить этот воздушный фильтр. Все, вот поменяли воздушный фильтр, меньше минуты потратить. Очень рекомендую менять его, ты записываешь? Да-да, записываю. Часто менять воздушный фильтр, потому что... Ой. Уменьшается расход топлива. Угу. Вот как. Теперь что? Ты знаешь, что-то она какая-то чистая. Я уже что-то думал, что харе. А, так. Ну, это ничего страшного, я думаю. Да? Ну, ладно. Да. Так, мы тут решили заехать на автомойку и помыть свою машину. Что же? Пап сказал, что уже можно. Что пап сейчас сказать? Чтобы почище было. Пользуемся мы вот такой вот карточкой. Мы ее пополняем на 100 рублей. Хотя моемся поменьше. Примерно сколько рублей мы моемся? Ну... В общем, получается по-разному. По-разному, да. Иногда вообще ничего не пополняем, а карточку не кладу. Иногда добавляю деньги. В общем, как-то так. Помыли мы машину. И сейчас, я думаю, что, поедем, да? Поедем, да, за Мишей. У него сейчас тренировка заканчивается через 14 минут. Сейчас за ним заедем и поедем все втроем домой. Как, собственно, мы втроем из дома вышли, так. Ух ты!
Пойдем и вернемся. Мы собираемся в ресторан по купонам, которые нам дали на мастер-классе. А это ты ему покупал такую сумочку? Покажи. Не, я просто вижу, но что-то это давно она не была видна. Ну да, где-то он ее заныкал, а сейчас достал. Нет, я ее не заныкал. А зачем достал? Хочу брата угостить кимчи, который с мастер-класса вот сама приготовила. Еще вот эту коробочку кимчи дадим, одну сами съедим, а одну брату. И вот эти сладости тоже брата дочкам, племяшкам моим, двойняшкам. А нашу коробку уже дети слопали. Ну, в общем, угостим вот так братца моего. Сейчас завезем. И потом в ресторанчик рванем. Да, Алексей? Да. Готов? Ты вот так поедешь? Да? Да? Ну давай, поехали. Заводи машину. Сейчас уже темно, поэтому я за руль не сяду. А так я, конечно, хотела по-светлому поехать, но видишь, вы такие тянучки у меня, что опять едем по-темному. Ты возьми купон, не забудь. Время 8:30, пока приедем. Ой, давайте торопитесь, пока давай. Приедем, уже время будет много. Приехали к брату. А я не знаю, работает домофон. А, вкусняшки привезли. Сейчас Алексей позвонит. Да не надо. Сейчас выйдут, заберут вкусняшки. Собачка уже лает, наверное, сейчас откроют уже дверь. Вот она, ложка. Вот она эта собачка. Не видно ее. Вон эта зёпа мохнатая. Вот бегает, 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 бегает. Вот она бегает. Зёпа мохнатая. Озеро. Проезжаем. Тут, мне кажется, ничего, да, в этом озере. Ни рыб, ни купаться. Знаешь, насчет рыбы запустить вообще проблемы нету. Его... Купить этот, как он называется? Поверните направо. Рыбёху и запускать. Что-то мы этот дождик так. Пошел, зонтик даже не взяли. Чего так? Тут было бы только желание. Да. Все, теперь едем в ресторанчик. Проезжаем вот такой ночной, красивый, яркий Соларис. Там еще мы на Джеки Джои оставались. Там Джеки Джои. Там хорошо. Может, когда-нибудь в Джеки Джои сходим? Джеки Джои нельзя, Миша. Ну, когда ты хочешь. С левой стороны мы проезжаем бизнес-парк Румянцева. Нам буквально до ресторана осталось ехать 5 минут. Почему этот радио? А я ничего не трогала. Постоянно меня пытается перебить кто-нибудь, можно сказать. А он вообще выскочил из прикуривателя. Из прикуривателя. У впереди идущей машины не видно на камере. Фары такие интересные. Уинк. Современные диодные лампы, там лампочки стоят, поэтому они сейчас вот делают такие фары большие. Раньше в фаре стояла одна лампочка, а сейчас стоит целый блок лампы. Друзья наши дорогие, вечером будет продолжение, чтобы не затягивать это видео, уже будем заканчивать. Ну а вечером продолжим, покажем, что там в ресторане, какой интерьер, какое меню и так далее. Поэтому обязательно, кто еще не подписан, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы заканчиваем. Если видео понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.